Speak English little. Я как скажу speak English, потом песни в YouTube. Знаете, нам, как вам сказать, нам нечего, это не системная проблема. Мы не грязные, чтобы очищаться. У нас есть проблемы, как во всем мировом спорте. Вот и все. Но даже те проблемы мы попробуем до Олимпиады, как вы говорите, очистить. Но, в принципе, вы видели, что на чемпионат мира уже в Пекине поехала обновленная молодая команда. Целые дисциплины, которые вызвали у нас сомнения, типа ходьбы, мы не пустили на Олимпиаду, на чемпионат мира. И мы будем также продолжать следовать. Мы, где у нас будут сомнения, мы будем очень серьезно в этих направлениях разбираться. Потому что легкая атлетика – это 47 дисциплин. Очень сложно. Большинство из них не нужен допинг. Речь идет о скоростно-силовых, там, о циклических видах. Поэтому мы будем серьезно в этом плане работать. Но еще раз говорю, это не система. И мы не грязные для того, чтобы очищаться. Мы просто сделаем еще раз определенные выводы, еще какие-то организационные, технические, технологические выводы. Вот и все. Да, слушайте, важно для мира, не для России. Вся изоляция, мы уже опытом блокирования Олимпийских игр и в России, и в Америке, и в Советском Союзе, и в Америке, все уже давно поняли, что всякие изоляции ни к чему не приводят. Ну, ни к чему. Я вам пример приведу. У нас был такой вид спорта, академическая гребля. В свое время он прошел такой путь, его дисквалифицировали.